Компания «Сибагро» вошла в топ-2 крупнейших российских производителей свинины. Согласно рейтингу, сформированному Национальным союзом свиноводов, компания «Сибагро» заняла второе место среди российских производителей. В 2021 году предприятия компании произвели 365 тысяч тонн мяса, что составило 7,4% от общего объема промышленного производства свинины в России. Увеличить мощности удалось благодаря запуску нескольких крупных проектов, в том числе вхождению в состав Белгородского свинокомплекса ранее «Промагро» и Курского ранее «Щигры» главпродукт. В итоге объемы производства за год выросли в 1,5 раза. Рекордное второе место в рейтинге – это заслуга всего коллектива. В 2022 году будем закреплять позиции и продолжать увеличивать эффективность наших предприятий, сказал Андрей Тютюшев, председатель правления компании «Сибагро». Через 1,5-2 года руководство компании прогнозирует рост производственных объемов до 500 000 тонн. «Сибагро» – агропромышленная федеральная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В состав входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия. Общий земельный фонд составляет более 300 000 гектаров.